День семьи, любви и верности в Сураже начали с поздравления пар, которые прожили вместе 50 и более лет. Золотую свадьбу в этом году отмечает семья Крамарь. В знак признательности за долголетний союз подарки от ветеранской организации и местного УИС, где много лет работала Клавдия Михайловна. Мы узнали, в чем секрет их семейного долголетия. Уважать друг друга и все. Боже, какая. И трудиться, не лениться. Уважение и труд. Еще одна пара перешагнула золотой рубеж семейной жизни. Валентин и Людмила Гудковы – врачи. Она – педиатр, которого знают все в городе. Он – физиотерапевт. Познакомились в институте на танцах. Вот. Ну и с тех пор, значит, потом поженились. Вот. И живем уже вот 50 лет. Самое главное – доброта. Уважение друг к другу. Любви. Отношение к людям. Именно в день Петра и Февронии в 1957 году расписались Николай и Ира Гайдаровы. Сегодня их союзу 60. У них трое сыновей, 6 внуков, 4 правнука. Почетную пару пригласили на открытие памятника святым благоверным покровителям семейного очага. Петр и Феврония – особенно почитаемые на Руси святые. История их любви и верности и сегодня пример для многих поколений. Гайдаровы тоже живут душа в душу и с радостью делятся рецептом крепких семейных отношений. Жалеем друг друга во всем. Что можем, я могу что-то сделать, я делаю. Что он может, он сделает. Нет у нас ругни за то, что ты вот то должен сделать или что. Нет. То, что может, то делает. Укрепление семейных традиций – одна из задач руководства Суража. Поэтому глава района настоял, чтобы памятник святым Петру и Февронии был установлен именно здесь. После открытия его сразу же осветили. А создан он был группой скульпторов студии военных художников имени Грекова при Министерстве внутренних дел России. Памятник создавался четырьмя скульпторами. Автором можно считать Константина Кубышкина, скульптор из Орла, очень талантливый. Мой друг, ну мы все друзья. Игорь Яворский и я, и Женя Дубровина, которая слепила нам голубей шикарно. В день открытия памятника здесь же, на Центральной площади, расписали молодую супружескую пару. Рядом с фигурами святых покровителей семьи, любви и верности свой союз заключили Константин и Анастасия. Главный символ праздника – букет ромашек – молодожены оставили у памятника Петру и Февронии. Александра Седачева, Евгений Седачев. События Сураж.